Дорогие заказчики, очередное видео для вас. Оно как бы является примером, какие квартиры мы берем делать, в каком состоянии и что потом получится на выходе, какие будут использованы материалы. На примере двухкомнатная квартира в поселке Горелово. Естественно, начнем с замены двери. Поставим хорошую входную металлическую дверь. Сейчас занимаемся разборкой мебели, разбираем, выносим шкафы, все остальное в каком состоянии достается нам квартира. Будем обдирать потолки, ставить натяжные. Такая лоджия здесь. Тоже застеклим, сделаем красоту. Возможно, было предложение обшить вагонкой. Что-то в последнее время нам везет на обшивку вагонкой лоджии. Коридор. Ванну только что вынесли. Старая была. Битая такая грязная. Ну вот здесь будем делать санузлы под ключ. Нет, это не кого-то убили, это монтажная пена на потолке. Санузел, туалет. Кстати, терпимый еще по своему состоянию. Кухня. Заказчик настаивает ее оставить. Буду настаивать ее разобрать. И собрать хотя бы из Икеи новую, либо из Касторамы готовую. Ну, это все место тоже разбираем, выкидываем. Шкафы вот эти все разберем. Раньше было модно, сейчас далеко нет. Здесь кладовая. Двухкомнатная квартира. Вот это в комнате тоже. Демонтаж. Вот наш объект. Вовсю ведется работа. Прошло 2 недели. Стены уже отштукатурены. Начинаем шпаклевать. Везде новая электрика у нас уже прокинута. Осталось немножко по ней. На балконе заменили деревянное остекление на стеклопакеты. Рехау. Немножко утеплили фасад. Будем обшивать вагонкой. Что-то пошел новый тренд. Все просят вагонку. Вот здесь поставим щит с автоматами внутриквартирный. Юра подготавливает проемы под двери, под замер дверей. Равшан уже вовсю начал шпаклевать. Молодец, целое ведро уже за полчаса использовал. Шпаклевки. Вот, подготовлено уже. Все, вот такой будет люк у нас здесь. Здесь разместим счетчики холодной и горячей воды. И уже будет по-человечески. Иначе раньше было на кухне, вот в этом месте. Но это бред, ребят. Холодная вода здесь, это надо было как-то извратиться, чтобы сюда залезть. А как уже обслужить, я вообще молчу. А так сюда переносим. Здесь будет холодная вода, сюда выводим горячую воду. И из туалета это все можно обслужить, заменить. Счетчики, если что. Так что так вот будет очень удобно. Но эта кухонька у нас уже вот такой вид имеет. Тоже проводка практически доделана. Не прошло 3 недели, как говорится. Вот что значит профессионалы. Обращайтесь к профессионалам, и тогда вас ждет самый хороший ремонт. И вот настал тот день, когда мы закончили ремонт в поселке Горелово, улица Коммунаров, 122. Вот посмотрите, заменили дверь, поставили дверь фирмы «Выбор». Рекомендую данного производителя. Относительно бюджетной двери с хорошим качеством. Вот так вот могу про них сказать. Вот смотрите, что у нас теперь в коридоре. Поклеены виниловые обои на фрезериновой основе. На полу уложено покрытие винилам. Это кварц-виниловая плитка. Сейчас положили новую коллекцию с пробковым основанием. Очень понравилось, легкое в монтаже, очень качественное покрытие. Вот хожу, не чувствуется шума.
рекомендую такое покрытие. Очень хорошая альтернатива плитке. Во-первых, тепло. Износостойкость повышенная, выше, чем у ламината. По-моему, у него, если память не изменяет, 45-й класс. Дальше. Ну, сделали, естественно, здесь розетки. Сделали блок автоматов. То, что новая вся электрика приведена. Натяжные потолки ПВХ стоят у нас, Бельгия. Вот, кстати, как дверь изнутри смотрится. Вот, и оставили, всегда оставляем, и вот сейчас оставили тоже памятку интернетчикам, когда придут вешать Wi-Fi роутер, да, чтобы понимали, планируем вот здесь его разместить, чтобы не пробили провода, которые у нас там заложены. Дальше, здесь у нас кладовая. В кладовой решение сделали простое, тоже стены виниловые обои, потолок собрали из ПВХ панелей, ну и светильник диодный сделали. Здесь разместили в кладовке на полу ламинат, такой же, как в комнатах, потому что кварц виниловая, плитка винилам, дорогое очень покрытие. Здесь оно в кладовке ни к чему. Двери, кстати, от нашей любимой фабрики Фрамир. Тоже как бы реклама хорошего изделия. Относительно тоже недорогого. Ну вот, собственно говоря, и ванна, как получилось. Плитка из Петровича. По-моему, наш отечественный производитель. Не помню точно как. Вот. Поставили ванну акриловую из Максидома. Недорогую. Весь комплект, по-моему, 13,5 тысяч. Потолок собрали ПВХ речный. Сделали розетку. Подключение стиральной машины. Вот здесь у нас спрятано все. Вот, дверь. Заменили то страшное полотенцесушитель, который был из трубы, да, вот на вот это из нержавейки. По-моему, Сунержа, очень качественное тоже. Вот, целая проблема здесь была с местными сантехниками, вообще работать не хотят и не умеют. Вот, но ничего, выкрутились из этой ситуации тоже успешно. Вот, здесь повесили мебель Aqualife. Тоже рекомендую, потому что относительно долго стоит она, не расползается, ДСП относительно хорошая. Такие, так, такой санузел у нас, ванна. Так, а здесь у нас туалет. Туалет тоже та же коллекция, дизайн немножко изменили на стенах, узоры сделали справа-слева, потолок тоже ПВХ. И вот самая главная особенность. Мы сюда перенесли счетчики, те самые страшные счетчики, которые находились на кухне, не давали нам возможности нормально сделать на кухне кухонную мебель, да, угол убрали мы. Теперь здесь горячая и холодная вода. Очень удобно, лючок, все закрывается, все просматривается. Здесь в дальнейшем над унитазом заказчик планирует повесить шкаф. Вот, но сейчас пока не выбрал модель еще. Ну, мы приедем и повесим. И поставили сюда вентилятор Венц. Пришлось запитать его от света ванны, так как работа вентилятора важнее всего, чтобы тянуло воздух через влажное помещение. И через данную решетку идет вентиляция. Проверяли лист бумаги. Очень хорошо тянет. Потому что не было возможности протянуть трубы по потолку. Потому что очень низкие потолки. Вот. Здесь же, кстати, разместили, вот я сейчас переключал, новый блок выключателей, кухня, ванна, коридор. И здесь построили такую лже-перегородку. Эта перегородка, во-первых, разделили два помещения, чтобы натяжной потолок стал дешевле в работе. И этот самый, за ней, по задумке с заказчиком, стоит теперь холодильник. Этот холодильник, понятно, будет меняться. Он как ретро, можно сказать, здесь, да? Вот. Ну, вот такая вот задумка. Холодильник потом станет дверью сюда. Бежевого цвета, какой-то крутой. И, в принципе, вот я спокойно прохожу, мне ничего не мешает. Мешает здесь. Здесь кухня все-таки маленького формата. Ну, стандартные карнизы. И вот собрали кухню с Леруа Мерлен. Рекомендую. Данный набор 48 тысяч обошелся. Вот сделали вентиляцию. Фартук, здесь все продвинули. И вот помните, по начале видео, когда до ремонта, да, вот здесь был такой бешеный уступ. Его сейчас нет, мебель спокойно, ровно встала.
Здесь там внизу находились эти страшные счетчики. Сейчас ничего здесь такого нету. Здесь все спокойно, мебель, трубы, канализация. То есть все сдвинули. В такой серии убираем туда счетчики уже не первый раз. Так что очень даже достойно. Все, здесь будет расположен телевизор. Ну, вот тут такая кухонька. Отопление чугунные батареи оставили, покрасили. Не вижу никакого криминала в них. Хорошие батареи. Хочу сказать, здесь очень хорошо топят. Жара просто очень большая. Ну вот у нас маленькая комнатка. Та же коллекция, только другой тон у обоев. Решили все в одном тоне делать, да? Здесь уже Эггер ламинат лежит немецкий, Аква Плюс. Тоже рекомендую, хорошее качество у него. Не боится воды. Относительно хорошая цена. Вот разделили свет, вот так вот сделали. На одно включение одна лампа, и края включаются, если надо. Достаточно оригинально и бюджетно. Вот, и переходим теперь в большую комнату. Здесь уже сейчас встретили мебель. Вот уже ящики с мебелью у нас. Вот, уже здесь стоит диван. Вот. Выключатели розетки, естественно, добавились. Такая комната получилась. Тоже разделили свет на включения, на разные. То есть три по центру, вот раз, два, три лампы, либо по краям четыре. То есть заказчик может выбрать, как ему удобнее, с каким светом. Ну и фишка балкона, я считаю. Тоже весь материал из Петровича, вагонка, краска текурила. Линолеум залили, утеплили пол. Сделали вот розеточку сюда, вывели, чтобы какую-то бра потом можно было повесить. Ну, такая уютная комната получилась. Вот такой вид. Сейчас вот декабрь уже. Вовсю 2017 год. В общем, очень даже хорошо получилась эта квартира, как и всегда. Заняло у нас по времени 2 месяца работа здесь. Из-за штукатурки, из-за новой электрики, из-за проблемами с сантехникой, да. Вот, вот электрика, да, щит, все сюда вынесли, общая автоматная лестница, а здесь у нас сделана вся новая защита стоит. В общем, хотите хороший, быстрый, качественный ремонт и недорогой, обращайтесь к профессионалам. Например, к нам Дмитрий Борисов, ремонт квартир в Санкт-Петербурге, телефон для связи +7 921 994 8382. У нас есть группы ВКонтакте, отдельно по облицовке фартуков кухни, кафельной плиткой, ремонт новостроек и ремонт квартир в Колпино. Обращайтесь к профессионалам, и вас ждет успех. Спасибо всем, кому понравилось, прошу поставить лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Всем пока.